Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу модные изумрудовые вещи для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются вещи, которые вы можете сделать из изумруда. К примеру, появляется вот такой меч, с помощью которого вы можете убивать мобов много раз быстрее. К примеру, давайте это испытаем на свинозомби. Так, сейчас включу сложно. И как видите, мы заспавнили обычно свиной зомби. И мы его сможем убить с двух ударов. Да, довольно сильный меч. Поэтому его крафт будет тоже очень дорогой. Дальше идет топорик, с помощью которого мы сможем очень быстро рубить дерево. Да, его скорость, наверное, в два раза быстрее, чем алмазного. Вот. Дальше идет кирка, которую мы также можем испробовать. Как видите, она копает просто с очень бешеной скоростью. Да, это бешеная скорость. Но также в этом моде есть и баги. К примеру, если поставим свой камень, собрать мы его уже не сможем. Также есть лопата, которая копает также очень быстро. Ну и просто очень-очень быстро. Здесь также, к примеру, ну, мотыга, но я не знаю, зачем здесь нужна мотыга. Мотыга здесь практически не нужна. Ну, давайте мы попробуем убить коровку. Как видите, корову мы убиваем с одного удара. Да, еще раз, мы видим, что меч довольно сильный, и он очень пойдет для выживания, но его сделать будет очень сложно. Как видите, сундук мы тоже ломаем очень быстро с помощью такого изумрудного топора. Но опять же, мы возвращаемся к этой мотыге. К сожалению, в этом моде есть баги, к примеру, мы не сможем скопать траву, да, если даже рядом воды нету воды. Но если даже есть вода, вы все равно не сможете ей ничего сделать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.